Итак, конкурс вечерних платьев завершен. Но и он не определил победительницу. Поэтому я назначаю дополнительный конкурс. Дефиле в купальниках. Виталик, такой конкурс уже был. Ну и что? Я с первого раза ничего не понял. Идите готовьтесь. Виталик! Кто вы такие? Что? Вам от меня надо? Виталик, вспоминай же, я твой папа. Это Петрович из гаража. А это участковый. Сегодня футбол, и мы решили взять тебя на стадион. Сядем в фан-сектор, покричим. Так какой футбол? У меня сейчас дефиле в купальниках. Нет. Виталик, сегодня Лига чемпионов. Динамо играет. Динамо? Так это же другое дело. Так и футбол раз в году. А дефиле в купальниках я и завтра подивлюсь. На футбол! О, вот так. Класс. Виталик, мы, наверное, умоемся. Виталик, зачем ты нас так разукрасил? Да ну як це зачем? Щоб не узнали. Или вы голыми на поле выбегать не собираетесь? Ладно. Ладно, идите умывайтесь. Такой праздник болельщикам испортили. Так, я сразу предупреждаю, что если на трибуны мне прилетит мяч, то я его отдать не собираюсь, ясно? Виталик, а зачем ты взял с собой эти бутылки? Это, чтобы попить. Это, чтобы в очереди в туалет не стоять. Дядя, мяч подайте. А ну давай сейчас чисто на технику пробью. Дядя, футбол – дело для молодых. Су? Ты коноплянку вообще знаешь? Це я ее тренировал. Це с Шевелью играю. Да ладно. Так мы ж сыграем 4 на 4. Не, пацанва, у нас нема времени. Мы сейчас идем на стадион. Будем на поле голыми выбегать. Все-таки не хочете, да? Ладно. Просто подивимся. Ты да? Все понятно. Дяди испугались. Слабо. Все. Ладно. Играем. Так на что играем-то? На деньги нема смысла, потому что у вас же нема. Предлагаю на позорняк. Кто проиграв, становится в стеночку, а победитель пробивая по задницам мячом. Виталик, ну мы же на стадион собрались. Музик, ты что, испугался? Виталик, называй меня папой. Музик, сейчас не время разбираться. Снимаем штаны. Ну, чтобы не попутаться, где свои. Бабушка, вы не видели мяч? Нету тут никаких мячиков. Валет седова! Евгения, ты что, ты беременна? Да не, просто нефиг тут всяким во дворе гулять. Опа! Короче, так. Дед, вставай на дырку. Будешь вратарь металла. Милиция в защите. Электрошокер есть? Да сутка. Я и цей музик в нападении.
только в распасовочке, сам не гоняй. Камаш. Значит так, скоропиты, играем по правилам. По ногам не бить, а то буду бить по ногам. Дай сюда! Пасуй сюда! Навесь, я кому лупану через тебе! Уже здесь кого можно сдать живо? Все уже... Тюни! Ну, все, давай! Кто так бьет, дед? Мечом надо, як с тюлечкой. Люгенька шлюпнув и полетіла куда надо. Братян! Віталік, ти в порядке? Я вспомнив. Наконец-то! Ми на футбол опаздываем. Штрафной. Я заработал, я проблем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Ще раз вам повторяю. Да, м'яч наш, но зеркало – це не ми. Ребятки, ви попали на $1000. Ну так потому що не треба паркуватися, де попав. Та що таке? А ви почему паркуєтесь не в положеному місці, а? Проблем захотели. А? Чего? Ви знаєте, з ким ви розмовляєте? Один звонок, и эту вашу детскую площадочку с землей сравняют. Ладно, давайте завязывать, будем все на футбол идти, да? Отсюда мы с билетами. Який сектор? Правый? Ребят, вы из правого сектора? Извините, я все сделаю. Футбол. Класс. Ну, так бы и сразу. Бачите, как я разрулился. Давай, 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 бери. Нужно размяться перед матчем. Ты на, лучше вот это, в алкотестер. Дунь, дунь, дунь. Я же бачу, ты размялась, как следует. А что, нельзя? Господи, алкотестер зламала. Що ти п'єш, ртут? Ви що, вопсівся? Ну дайте сюди! Зараз второй тайм, собрались! Віталік, ми півка для ривка! Бегать будем быстрее. Я вот, как вы бегаете. Ни одного гола забить не можете. Я думал, что мы одна команда. Что мы сейчас выйдем и покажем, как надо играть в футбол. Чтобы нас зауважали. Виталик, мы тебя не подведем. Вот сейчас выйдем и покажем наш уровень. Да? Да. Да! 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 Ну ти, діти, дірка. Що не мог в падінні спіймати? Я вже не в тому возрасті, щоб пригати за м'ячом. Так, звісно. А якщо б там стояла бутилка пива, сіганув би? Подождіть, я вспомнив. Я ж до цього був головним тренером «Динамо». Зараз, давай. Короче, передай мяч с правого фланга на левый. Потом опять направляй.
потом опять на него, потом на мене опять. Виталик, а давай как играли. Можно и то. Ви только мені м'яч дайте, а я з одного удара в дев'яточку кладу. О! Вот с этим бы игроком я бы футболками в обменялся. Слышь, может, дорисуешь нам пару голов? Ну, заморозано. Нет, так будет нечестно. Молодец. Может, мы все-таки поборем коррупцию? Надежда только на таких, как ты. А за два морозных? Ладно. Были наши ворота. Да? Ну, перепутав трошки. Все, Евгеньевна, теперь буду знакомиться только в этой футболке. Ну, чтобы сразу бачила, как меня звуть и сколько мне років. Ну ти тоді спереді напиши Рубенчик, щоб всі знали, хто твої спонсори. Так тільки не сильно там бити. Ой! Мені ще укол недавно зробили. О! Вы там бейте полегче, я все-таки милиционер. А где Виталий? Ну да, я разучик чисто на технику. Не успели на стадион, то хоть по телевизору футбол подивимся. Может, уже сядете, чи все не пропустило? Спасибо, мы постоим. Ой, ну что вы обижаетесь? Надо было, как я, сковородку в сорти подкладывать. В чем причина поражения вашей команды? Значит так. Во-первых, поле было мокрое. Во-вторых, погода была плохая. В-третьих, на переезде панду поездом сбила. Короче, все было против нас. Виталик, ну ты хоть что-нибудь вспомни. Вспомни. Ніякого коноплянку я не тренував. Я тренував Ярмоленка. Ого, диви, хто-то на полі голий вибізав. На його місці повинні були бути ми. Та все, вже нема що дивитися. В отношеннях з дівчиною, як на футбольному полі. Надо выкладываться на все 100%. Иначе тебя очень быстро могут заменить.